В течение последней недели участок трассы Донецк-Горловка подвергается постоянным атакам со стороны украинских силовиков. Бои здесь практически не утихают. 17 марта для оценки обстановки и фиксации нарушений огня на Ясиноватский блокпост прибыл замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг совместно с главой представительства России в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал-майором Рустамом Мурадовым. Представитель Министерства обороны ДНР заявил, что к моменту прибытия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстрелы со стороны противника прекратились. Впрочем, международные наблюдатели зафиксировали продвижение украинских военных к линии соприкосновения вблизи населенного пункта Ясиноватая, после чего заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что такие действия можно считать провокацией. Он подчеркнул, что любое продвижение войск сторон конфликта в Донбассе на определенную территорию будет считаться нарушением Минских соглашений. We have seen that there have... Это передвижение позиций к линии соприкосновения напоминает события в Дебальцево около года назад. Конечно, сравнивать эти события нельзя, но тем не менее, любое продвижение к линии соприкосновения даже на 100 метров серьезно и означает прямую провокацию, которая может вести к эскалации. Ранее мы заявляли, что не будем замалчивать именно тех, кто подстрекает к насилию. Перестрелки продолжаются каждый день, и тяжело установить, кто именно их осуществляет. Но тем не менее, я могу заявить, что мы зафиксировали передвижение небольшого числа украинских военных вблизи линии соприкосновения в промышленной зоне к югу от этого района, добавил он. Кроме того, в ходе брифинга Хук сообщил, что работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Эту информацию подтвердило и коммунальное предприятие, компания «Вода Донбасса».